Первый настоящий летний ливень принес первое ЧП. Пострадал Московский мост, где идут ремонтные работы. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и из первых уст узнала, в чем причина ЧП. Из-за сильного ливня на Московском мосту случилось ЧП. Здесь обвалился мост. Вторую половину дня главная транспортная артерия столицы была перекрыта. В чем причина, узнаем прямо сейчас. Во время ремонта Московского моста мы срезали асфальт для того, чтобы отремонтировать деформационные швы. Пошел сильный дождь ночью. 3 часа залили бетоном, но не успели, пошел новый дождь. Если вы помните, залп дождя был. Мы воду отвели, насколько это было возможно. Но кроме этого, воду мы пустили по вот этим объездным дорожкам. Техника добавила нам, брызгала все время, добавила нам воды, и у нас промыло и песок, и бетон. Он не успел затвердеть. Мы не успели, чтобы он схватился. Сейчас, в данный момент, все службы работают здесь. В данный момент мы прочищаем ливневку, чтобы отвести окончательно воду с моста, даже если пойдет новый дождь. Движение постараемся восстановить. К утру движение будет восстановлено. Мост должен быть сдать к 20 июня. Успеет ли его сделать? Я думаю, что график как был, так и останется. Это, конечно, ЧП большое. По счастливой случайности в этом ЧП никто не пострадал. Администрация города Чебоксары просит автолюбителей воздержаться от поездок на личном автотранспорте или выбирать объездные пути.